Здравствуйте все! На этом великолепном футбольном матче с вами сегодня дуэт комментаторов Юрий Розанов и Василий Соловьев. А теперь все внимание на поле. Мы можем видеть расстановку игроков в статике. Пока про игру мы не знаем ничего. Но первый удар по мячу состоялся. И с каждой секундой мы будем узнавать про нее, эту игру красавицу, все больше и больше и больше. Пошла борьба. Плотность игры — непременная составляющая футбольного матча. Алаверды, если угодно. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехвачен. Да подавай же, уже угловой флажок рядом. Вот моментище! Передача не доходит для адресата, защитник ее прерывает. Играйте, играйте, показывает судья. Разрешает. После рикошета мяч оказывается за пределами поля. Уходит мяч за лицевую линию. Угловой будет. И продолжает ситуация, вот этот эпизод, оставаться неясной. Кто завладеет мячом? Был рикошет, и мяч уже вне игры. И мяч уходит за лицевую линию. Опасно! Опа, промах! Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Ну и забивает. На опережение. В момент приема атаковал, успел мяч сыграть, все по правилам. Соперник теряет мяч в середине. Защита на высоте. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Дамы и господа, просим не забывать. Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда. В этот раз он эту грань приступил.
мяч покинул пределы поля и будет удар от ворот. Думаю, надо бить и забивать. Этот перехват — награда за его старания. Жесткая борьба за мяч продолжается. Думаю, вот шанс забить. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Хороший, чистый и безвопросный отбор. Выигрывает борьбу вверху и бьет. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Судьи, игру можно продолжать. Обратный пас. И если кто-то догнал, если кто-то на эту передачу откликнется, то может быть опасно. Хоккеисты бы сказали, ушел от силового приема и чисто ушел. И судья игру останавливает. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок, я практически в этом не сомневаюсь. Без всяких усилий перехватывает игрок мяч. Очень уверенно команда себя чувствует на подступах чужой штрафной. Почти что гол. Удар с лёта. И нервничаем над ведущими новостей, скажем так. В первом тайме счет не изменился. Он организованно действует с этой командой, не так много ошибок в обороне. То есть все выстроено, все вроде прилично. Но что тут поделаешь? Такие матчи, которые свидетельствуют о классности команды, как правило, скучновато в зрелищном отношении. А интересно, придумали ли уже тренеры, что... Отдохнули команды 15 минут. Нет сомнения, что на старте второй половины встречи они будут более свежими, чем в концовке первого тайма. Хороший проход, и явно он нацелен на удар по воротам. И это потеря. И что здесь? Пока что остановка. И это желтая карточка. Ну, господа, это штрафной железный. Какие тут могут быть варианты? Ну, игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафным.
Очень часто после прострелов защита перехватывает мяч. Вот как раз такой случай. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. А это даже можно назвать и стыком. Ну и кто в штрафную эту передачу готов принять? Очень уверенно забирает мяч вратарь. На ровном месте практически мяч потеряли. Не видит арбитр. Абсолютно точно арбитр контролировал ситуацию, все видел и свистнул действительно, когда было нужно. Так, ну будем смотреть внимательно за действиями нового игрока. Возможно, именно он поможет каким-то образом изменить счет, который, напомню, пока равный. В борьбу вовремя мяч забрал. Хорошо позицию выбрал, встретил соперника довольно жестко и мяч отобрал. Возвращает мяч партнеру. И все-таки до конца защитник мячом не завладел. И вот сейчас мы лишний раз убеждаемся, почему большинство команд так стремятся иметь в своих составах парня, который вбрасывает мяч далеко. Не растерялся, избавил штрафную от мяча. Уж и далеко, вполне возможен удар. Думаю, надо бить и забивать. Ну давай! Ну скажите, красавица. Выигрывает мяч в ворота. Хороший был момент. И могла команда выйти вперед, но на табло ничья. Положение вне игры. Могут посчитать, что и время подтягивают. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Я не очень ожидал потери мяча, но она случилась. Ну что, идет второй тайм, ничья, замены. Посмотрим, как эти замены изменят игру. Из-за боковой. Практически у углового флажка будет вводиться мяч. Ну же! И защитник облегчает работу собственному голкиперу. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехвачен. Прошла атака по флангу. Нет нарушения правил. Видим мы борьбу. Играет в подкате. Вы знаете, я бы поспорил с теми, кто сейчас сказал бы, что исход игры ясен. Абсолютно мне так не кажется. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. Эй!
Можно делать пас центр. Пошла передача в штрафную. Смотрим, что дальше. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Это шанс! И промахивается игрок. И на старуху бывает проруха, особенно в такой ответственный момент. До какой степени именно полученный горчичник является причиной замены, я судить не возьмусь. У тренера, возможно, на этот счет свои. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. На чужой половине поля. Прессинг, отобран мяч. И соперник пока должен быть доволен результатом, который на табло. Потому что в этой ситуации забивать было нужно. Редко такие удары достигают цели, но уж если достигают, то голы получаются красивейшие и признаются лучшими и в месяце, и в сезоне, и так дальше. Опасный удар. Все это было очень близко к взятию ворот. Потому что сейчас будет удар. Игрок поспешил и залез в офсайд. Кто сегодня сильнее? Поменьше времени стало у футболистов для того, чтобы выяснить, кто из них сегодня сильнее. 90 минут игры позади, а счет равный. И, пожалуй, что можно пить, это органично будет смотреться. Не слишком ли высоко, не слишком ли долго летит мяч? Самое главное теперь, ну, в подкат пошел, не выключаться из эпизода, это мой другому. Какой пас проходит. И просто нужно было забивать сейчас и выходить вперед. Я хочу сказать, что это было очень неудачно. Может, напряжение так действует на футболиста? В центральной зоне перехват. У самой боковой линии отбирает мяч. Думаю, надо бить и забивать. Навес. Вот что мы любим. Потащил один. Выигрывает борьбу вверху и бьет. Ну вот и рассудите. Статистику ударов по воротам очень удобно.
удобно сравнивать между командами, да, но также удобно и сравнивать статистику ударов, вообще ударов в ствол. Ну и вот играют друг с другом вдвоем. Никто не готовил, никто не хочет уступать. Ни одного мяча, ни одного метра. И вот она замена. При равном счете во второй половине игры шаг ответственный. Вот уже в дополнительном времени осталось ровно половина. Ровно половина, и все закончится. Кому же достанется мяч? Смотрите, плотность какая, как будто и не было этих 90 минут. Опасный момент. Принял, ударил, красиво. А до ворот-то не так уж и далеко. Вполне возможен удар. Останавливает судья игру. И контроль мяча у чужой штрафной — это не только опасность сиюминутная, это еще и минус нервы соперника. Это внешняя неторопливость от ощущения собственной безнаказанности. Если угодно, могущество своего. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехвачен. В принципе, аут можно считать стандартным. Это довольно хорошая позиция для атаки. Сыграл по принципу «сделайте нам красиво». Штрафной удар. Красный отбор, наглый такой по-спортивному. Напрашивающийся по штрафную. Мяч защитника попал или грамотно он расположился, вы решите сами. Нарушает правила игрок. Руками в футбол играть можно только вратарю. Продолжает обострять и обострять. После перерыва будто другой игрок на поле вышел. Ну, даже видно вот в таком варианте, когда игрок с мячом усталый. Вот как раз тот самый случай. Хорошо зрителям, а? На диванчике сейчас, а футболистам таково. Серия пенальти самая страшная. Пожалуй, что только есть в футболе с точки зрения нервов. И берет вратарь этот мяч. Напряжение очень велико. Тут никто не спорит. Но как-то вот у меня сомнения есть. Забьет, не забьет. Удар. Точно. Парирует голкипер этот мяч. Знаете, какой-то железобетонной уверенности я у игрока не вижу. Собой, как все технично исполнил. И пусть теперь думают, это пауза следствие неуверенности или заранее отработанный трюк. А что нужно хладнокровие, чтобы быть пенальти в середине, в такой ситуации? Как-то не слишком уверенно выглядит игрок.
Обманул вратаря, перебросил. Вот, получился трюк целый, цирк. Совершенно не обязательно бить по углам. 11-метровые. Хотя я, в принципе, противник подобных ударов. Здесь, если вратарь возьмет, то скажут, ты спижонил, не умеешь. Ловко получилось. Ну, так часто бьют сейчас. Так часто бьют сейчас на силу, просто верхом. Вратарь не успевает поднять руки. Набрали воздуха и не дышим. Решающий удар.